что, наш дядя Федор снова в бою, снова на хозяйстве. Расставляем старые сеялки, будем снимать колеса, потому что они у нас стоят на территории. Хороший трактор, кто бы там ни говорил, что там корыто, гроб на колесах, свои функции выполняет, без него как без рук. Он и пашет, он и поднимает, он и таскает. Отличный трактор. Дядя Федор. Авария.